Приветствую вас. Ну, конечно, это может быть и от скуки, то, что происходит с вами. Вот. Но мне кажется, что сама по себе скука даже не является вот чем-то таким исчерпывающим здесь, потому что мне кажется, что скука сама по себе появляется в результате некоторых проблем, некоторых трудностей человека. Вот, ну, вот каких, например, трудностей. Да, допустим, подавление своих интересов, вот, страх неудачи, допустим, вот, ну, бывает такое, да, страх неудачи происходит, такой вот момент, когда человек, ну, действительно, на самом деле может бояться неудачи, может бояться того, что он будет что-то делать, да, вот, значит, ну, будет какие-то действия совершать, да, вот, и потерпит неудачу, потерпит, ну, там, условно говоря, либо фиаско потерпит, вот, либо какой-то такой, либо какая-то болезнь, ну, болезненность какая-то будет, вот, и это, конечно, очень, ну, такая вот штука-то, на самом деле, неприятная, как мне кажется. Вот. Поэтому мне видится, что вот первое, на что вам нужно обратить свое внимание, это именно на, ну, именно на то, что составляет вашу именно скуку. Вот. Что определяет вашу скуку? Да? Что делает возможно вашу скуку? Я не думаю, что это то, что появляется внезапно. Вот я думаю, что это появляется системно. Я думаю, что это то, что появляется постепенно. Вот, и мне кажется, игнорируя данный аспект, вы не делаете себе хорошо. Это первый момент, на который хотел бы обратить ваше внимание.
Следующий аспект, следующий момент. Это момент того, что вы все время думаете о человеке. Значит, опять же, мысли о человеке не бывают случайными. То есть, если у вас мысли появляются, если у вас мысли цикличные, это может быть навязчивые мысли и так далее. Этого есть причина. И причины эти нужно выяснить, нужно понять вам. Нужно постараться увидеть, что стоит за вот этими мыслями. Вашими. Какие желания за ним стоят. Это очень важный момент, как мне кажется, да? Вот, потому что, ну, совершенно очевидно, что вы не осознаете здесь себя и не осознаете здесь свои желания. Как мне кажется, ну, понятно, что я могу быть неправ, вот, понятно, что я могу неверно понимать какие-то моменты, но мне кажется, что основное здесь улавливается довольно-таки легко. Дальше. Следующее. Что с этим вы всем собираетесь делать? То есть, условно говоря, вот узнали вы о том, да, что это скука. Узнали. Что дальше? Самостоятельно от своих мыслей вы вряд ли избавитесь, да избавляться от них не нужно, потому что станет возникает, для чего-то вам они в таком случае даны, и зачем так, они вам в таком случае нужны. Вот. Поэтому мне кажется, что избавляться от мысли не надо. Вот. Изучать, исследовать, да, возможно, избавляться нет. Делать это лучше со специалистом. Делать это лучше психолога, чтобы вам лучше было, чтобы вам меньше времени понадобилось на проработку всех этих моментов. Вот. Не самых, надо сказать, легких, не самых, надо сказать, свободных, не самых приятных. Ну, не всегда. Не всегда. Приятных, по крайней мере. Вот. Понимаете, да? Что я пытаюсь сказать. Вот это, собственно,
то, как я вижу данную ситуацию. Вау. То есть не только в куке дело, понимаете? Кука — это момент такой довольно посредованный, потому что скука — это не самостоятельная история. Скука возникает благодаря чему-то, а не из-за нее что-то происходит. Вот. Поэтому я бы не хотел, чтобы вы путали эти вещи. Вот. Потому что, ну, вы запутаетесь, если вот, ничего хорошего из этого не будет, если вы запутаетесь. Поэтому имеет смысл вам лучше в себя разбираться, имеет смысл вам лучше себя понимать, вот, имеет смысл лучше себя чувствовать. Вот сейчас этого, к сожалению, не происходит. Вот сейчас этого, к сожалению, не происходит. Сейчас вы, ну, как бы, сейчас вы себя, на мой взгляд, ощущаете крайне негативно. Вот, с точки зрения, ну, психологии, с точки зрения психотерапии, вот, с точки зрения того же опыта моего. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Надеюсь, что у вас будет отклик, который послужит началом продуктивному взаимодействию. Всего вам самого доброго и удачи!